Здравствуйте. В эфире программа «7 дней истории». Сегодня речь пойдет о советской истории. Меня зовут Александр Голубев. Тема сегодняшнего выпуска – «Смерть Сталина». Марта 1953 года охранник нашел Сталина, лежавшего без сознания, на полу малой столовой его ближней дачи в Кунцево. Утром 2 марта на дачу приехали врачи, которые констатировали кровоизлияние в мозг. В течение нескольких дней Сталин находился в агонии, практически не приходя в сознание, и скончался он только к концу дня 5 марта. Когда было объявлено о тяжелом заболевании Сталина, в стране наступила растерянность. Многие люди искренне надеялись на его выздоровление. Патриарх в церкви возносил молитвы во здравие товарища Сталина. О том же молился раввин в синагоге и мусульманские проповедники в мечетях. А в огромных лагерях тысячи, десятки, даже сотни тысяч заключенных – с удовольствием пересказывали друг другу новости о тяжелом заболевании тирана. Но, сказать, страна была в растерянности. Много лет Сталин правил государством, ему верили, в нем привыкли видеть вождя, который вел страну от победы к победе. И хотя он, конечно же, был смертен, но о том, что будет после его смерти, задуматься было трудновато. Кто придет к рулю государства? Каким курсом пойдет государственный корабль? Не начнется ли борьба за власть? А как просто мы будем жить без Сталина, думали многие. В газетах появлялись ежедневные сообщения о состоянии Сталина, и, наконец, последовало сообщение о его смерти. В последние годы историки много спорят об обстоятельствах смерти Сталина. Причем существуют многочисленные теории заговора, что Сталина якобы помогли умереть его ближайшие соратники. По крайней мере, две версии. Первая версия – то, что Сталин был отравлен. И вторая версия – что смерть наступила в результате того, что ему долго не оказывали медицинской помощи. Ну, первую версию большинство историков отвергает, потому что если бы кто-то и рискнул Сталина отравить, что было не так уж и просто, учитывая принятые меры безопасности, он уж наверняка выбрал бы какой-то быстродействующий яд, потому что в течение нескольких дней Сталин был жив, и не исключено, что мог бы еще и выкарабкаться. Что касается второй версии, она, на первый взгляд, выглядит более реалистичной. Ночью, на 2 марта, на дачу приехали сначала Хрущев с Булганиным, а через некоторое время Берия с Маленковым. Однако врачи, как я уже говорил, появились только утром 2 марта. И вот историки считают, что Берия, именно Берия, сознательно задержал вызов врачей, сказав: «Не трогайте Иосифа Виссарионовича, пускай отдыхает». И старика в бессознательном состоянии так и оставили лежать на полу. Ну, правда, потом его перенесли на диван еще на несколько часов. Что, однако, заставляет сомневаться в этой версии? Во-первых, Берия был не первым, кто появился на даче. Первым были Хрущев и Булганин. Но и они врачей не вызывали. Затем Берия приехал вместе с Маленковым. И никаких единоличных решений в такой ситуации он, конечно, принимать не мог. То есть единственным возможным сценарием было то, что все четыре члена президиума ЦК
посовещались и решили сознательно не вызывать врачей и дать Сталину умереть. Но это выглядит крайне маловероятно. Во-первых, они были соперниками, и вскоре между ними началась борьба за власть, которая через 3 месяца закончится смертью Берии, а затем через некоторое время происходит отставка Маленкова и так далее. То есть трудно предположить, что они мгновенно нашли общий язык. Да и способ действия выглядел очень уж сомнительным. Ну хорошо, они не вызывали врачей, но утром врачи появились, и Сталин опять-таки мог выздороветь. Поэтому проще предположить, что ночью они просто элементарно растерялись. Так же, как и вся страна, они много лет жили под взором хозяина, выполняли его волю. И теперь вот в такой ситуации они просто не знали, как себя вести. Вызвать врачей? А как это примет товарищ Сталин, когда он начнется? Не вызывать врачей тоже невозможно. И вот эта растерянность задержала вызов врачей на несколько часов. Такой вариант представляется наиболее реалистичным. Хотя, конечно, вряд ли мы сможем когда-нибудь узнать, какими именно помыслами руководствовались эти 4 человека. Прощание со Сталиным происходило в колонном зале Дома Советов. Тысячи людей со всей Москвы, с ближайших городов старались прорваться в это здание, чтобы посмотреть на гроб с телом вождя, попрощаться с ним. Члены президиума стояли рядом в почетном карауле. И в этот день происходит, может быть, последнее такое кровавое событие, связанное со Сталиным. Из-за плохой организации движения по Москве на Трубной площади, где милиционеры попытались отодвинуть толпу, происходит страшная давка, и несколько десятков или даже сотен человек в этой давке погибают. Правда, очень быстро были приняты решительные меры, подведены внутренние войска, и вот после вот этой давки она была прекращена, и далее прощание со Сталиным происходило в организованном порядке. Сталина было решено поместить в мавзолей рядом с Лениным. Огромную гранитную плиту с надписью «Ленин» заменили такой же, но с надписью «Ленин-Сталин». И с 1953 по 1963 год, по октябрь 1963 года, Сталин, забальзамированный так же, как и Ленин, лежал рядом с ним в мавзолее. Однако после очередного съезда КПСС по решению Хрущева Сталина было решено из мавзолея вынести. Произошло это ночью, тайком. Тогда же, в ту же ночь, вот эту огромную гранитную плиту заменили на старую. И изумленные москвичи на следующий день увидели на мавзолее надпись не «Ленин-Сталин», к которой они же привыкли за последние годы, а надпись «Ленин». Что касается Сталина, его похоронили сбоку от мавзолея у Кремлевской стены в ряду виднейших деятелей советского государства. И на его могиле установили бюст работы известного скульптора Томского. До свидания. Смотрите 7 дней истории. Сегодня мы говорили о советской истории, а в следующем выпуске речь пойдет о событиях мировой истории, происходивших в XX веке.